смысле так не делай? Пожалуйста, пацан, не делай так. Не делай так. Ты был. Фух, я чуть не умер от страха. Я думал, все, я потом понял, что у меня эндертоулы есть. Всем привет, с вами я, ребята, и сегодня я поиграю в Lucky Ivans на сервере Кубкрафт, и, в принципе, сразу же погнали. Что ж, мы начинаем, как бы, и, в принципе, погнали, да. Попытаюсь её затащить, и мне там что-то выпало, палка какая-то, наверное, да. А, блин, капец, я подгодел. Так, все, окей, слайм-палка, хорошо. Или это не слайм, подождите. А, нет, это слайм. Так, ладно, у меня есть опасная штучка такая, да. И, в принципе, ладно, да. А, что выпало? Что-то немножко не понял. Ага. Frozen Look. Давайте попробуем. Я им еще ни разу не пробовал. Яха! Капец, я промазал. Ну ладно. В принципе, в любом случае, я сейчас буду ломать дерево, да. И, в принципе, ладно, да. Я немного устал, поэтому, не знаю, как-то... Не знаю, как-то немного голос, может быть, другим, да. Ну, в принципе, в любом случае, окей. Так, в принципе, ладно, я добываю дерево и посмотрим, что у нас из этого получится. Так, добываю вот это дерево, и что происходит? А, мех уже уменьшаться начинает, что ли? Мы все умрём! Но хуже уже не будет. Ладно, лучше я построюсь, да, вот таким вот образом, и, в принципе, посмотрим. А, хватит так делать, подождите. Подождите. Ага, все, он замерз. Вы видели, да, это просто жесть. Так, капец. Блин, ну, ты видел, да, чувак, я умею, да? О, хорошо, палка есть. Если я найду меч и еду, то вообще будет зашибись. А вот и как бы еда. Еда у нас есть, можем покушать. И надеюсь, я не улечу никуда. Все будет хорошо, да. Хотя бы какая-то еда у нас уже есть. Да. И в принципе все хорошо. Так, мне нужна пивюшка, чувак. А! Чё за хрень? Так, так, не делай, подожди. Так, ну что ж, ребят, быстренько я забиваю этот меч, и мы сейчас вот так вот не поджигается что-то. Ладно. У меня нету этой анимации, а то у меня подлагивает сильно. Да. Поэтому ладно. Так, я сниму вот это. И, в принципе, мне просто еда нужна нормальная. Вот, у меня есть вот эта нормальная еда. Сейчас мы ее сделаем, в принципе. И, фух, можно вдохнуть спокойно. Мне позвонил телефон, да, опять. Блин, позвонит телефон, сколько можно, задолбали уже звонить. Забывая то, что его надо отключать. Что-то раньше отключал. Ничего себе, мне скорость дали. Стой. Подожди, блин, я сейчас умру, подождите. Я сейчас реально умру. Так, подождите, а что здесь? Что у нас здесь? А, здесь у нас уже ничего. А нет, здесь еще что-то есть. Забираю стрелы, ребят. Не хочу, чтобы меня еще раз отравили тут. В принципе, ладно, так. Ага, стрела, отлично, все. Фух, о! Знаете, что я сделаю? У меня есть стрелы. Сейчас я, знаете, что намучу? Вот это намучу. Вот это. Все, спасибо. Теперь у меня есть скорость, это хорошо. И, в принципе, вот как-то так я сделал с помощью механизмов. И давайте вылезать уже. Да, у меня есть меч. Что происходит? Ага, чувак. Здрасте. Так. Надо как-то... Да уйди ты далеко. Так, все. А где он? Я не понимаю. Или вниз, или вверх. Куда надо бежать? Ага, нашел место. Нихера себе. Ага, о, как хорошо. О, может, подсосу, давай. Все, убил его. Отлично. А-а-а, нет! Стой! Мне сейчас, блин, капец. Фух, слава богу, я чуть не умер от страха. Давайте быстренько вот так сделаем. Блин, какой-то трэш происходит, если честно. Так, чувак, подожди, стой. Видел, да? Опа, нихера себе у него броня. Что, боюсь его. Надо его заморозить. Да. Вот все, вот так на превьюшку сделать. Спасибо, чувак, за превьюшку. Я ее сделал. Этот лед, кстати, не пропадает. Отойди, отойди. Отойди от меня. Отойди. Я тебя боюсь. Все, я отбегаю. Так, все. Отлично. Замораживайте. Ой. А-а-а! Стой! А-а-а! Нет, стой, 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 стой. Ой, я его поджег. Хорошо, так, что у меня еще есть палок есть? У меня говно всякое. Может быть, вот так сделать?
Хотя бы... О, немножко помогаю немножко. Так, я... Блин, надо сейчас было нападать, но у меня нету блоков, чуваки, ну что мне делать? Надо как-то... Опа! Отлично. Видите, немножко так хитро напал. О, я его убил, капец. Это было сложно. Так, чуваки, уйдите, пожалуйста. Фух, у меня есть хорошая броня. Я его немного в крыс убил, а может быть даже немного, поэтому я извиняюсь за это. За то, что в крыс убил. Это некрасивое как бы, да? И в принципе, ладно. Так, у нас такое вот время суток сейчас. В Майнкрафте, да? И, в принципе, ладно. Так, тут есть алмазный блок, но у меня кирки нету, поэтому ладно. Мне пишут, что я хакер. А, на самом деле, я крыса, да? В принципе, ладно, хорошо. Давайте вот так вот сделаю, съем. И отлично, все. Давайте мы, в принципе, сейчас пытаемся что-нибудь замутить, да? Посмотрим, что у нас тут есть, да? Ну, ясно, чувак будет, видимо, спамить. Так, что это? Надо подождать немного. Ага, иген, отлично, все. Давайте попробуем. Так. Все, ждем, короче, когда... ой, тут что-то плохо. Ей. Давай. А! Стой! Все, это легко было достаточно. Напишу ГГ. Да. И в принципе все. И переходим к следующей катке. Ну что ж, ребят, вот он наш последний раунд. Попытаюсь затащить, да. Не знаю, как получится, но надеюсь, то, что хорошо все будет, да. И, блин, я что-то как-то то ли комментировать хуже стал. Я даже не знаю, если честно. Так, ага, это ловушка. И, в принципе, все хорошо. Так, блин, сейчас у меня будут фейковые лаки-блоки. Нет! А-а-а! Блин, фейковые долбанные лаки-блоки. Ну, этот, наверное, настоящий. Да, бляха, где настоящий лаки-блок? Алло, что за подстава? Сделайте, дайте лаки-блоки, пожалуйста. Или их уже нету, подождите. У меня вообще ничего нету, то есть, видите, сами у меня ничего нету. Одна ловушка, блин, есть, которую я не использовал еще. И... я помолчу, если честно. Лучше помолчать, да. Что тут происходит? Ух ты! Отлично, давайте купим топорик. Ага. Это уже у нас какое-то выживание получается. Отлично. Кстати, насчет выживания. Очень всем прям спасибо, что вы набрали такие просмотры за 2 дня. Я реально думал то, что... Поначалу я думал то, что вы вообще не наберете просмотров. Да, тем более по первому результату там за 10 часов было просмотров 20 или 30, то есть это очень мало. Я думал то, что ой, все, скатился, все, сколько просмотров за один день будет. Нет, просмотров было 120 за один, ну это охренеть просто, да. Сейчас кто-нибудь скажет, это типа такая маленькая накруточка. Нет, это не накруточка, как бы, да. Я понял, в чем проблема, то есть если кто-то будет ставить лайк, кто-то будет комментарий писать, то тогда ролики будут идти, то есть просто... Чувак, ты что сделал, наркоман? Я первый раз, кстати, в лед попал. Не надо так делать, пожалуйста. А то я замерз от холода уже. У меня и так на улице холодно, но не надо уже холоднее делать, пацан. Ну что ты делаешь? Так, все, давайте хилку выкину. Кто ни хрена себе. Так, у меня еще что-то есть. Ага. Крутой лук. Давайте вот так сделаю. Ага, здрасте, здрасте, давай. Давай. А, это говно лук, это говно лук. Да, это жестко. Нормально. Я его вальнул, если честно, да? Так, вот так будем на шифте. А, я лагаю что-то. Ага. Блин, еды нету, это плохо. Мне еду нужно. Еду надо делать, чуваки. Потому что я, мне кажется, таким темпом умру. На меня какой-то наркоман нападает. Какой-то чувак вот там. Я боюсь его. Или это не он делает? Это, наверное, не он делает. Ёпта. Нихера себе, конечно. Вот это опасно. Так, ладно. Верстак. Так, пожалуйста, не бейте меня. Я боюсь, реально, я очень боюсь. У меня настроение поднялось аж от такого-то трэша, да. И, в принципе, да хватит бомбить, все, побежал чувака валить, короче, попытаюсь вальнуть. Ух ты, какой хитрый, какой хитрый. Все, я его ударил. Ой, нет, опять! Так, так, вот, отлично. Давайте я скользь сделаю. Чувак, вот, скользь сделай. Скользь, видишь, да? Он, интересно, видит скорость? Давайте мы его вольнем. Все, это было очень... Я чуть не упал. Тихо. Все, бежим дальше, короче. Просто бежим. Да.
Поскольку, наверное, сломимся, пока есть скорость. Я сделал 2 килла. Ну, это мало, конечно, но для этого всех хватает. Нормально здесь... Киллов 10 здесь не сделаешь, короче. Ну, или сделаешь, но это очень сложно, да. Меня тут еще пытались бомбануть, короче, но у них не получилось. Лук обычный, серьезно. Окей. Так, ладно. Давайте я сразу же буду ломать дальше лаки-блоки. И, блин, опять обсидиан. Что за апокалипсис происходит сегодня? Я просто не понимаю. Какие-то бомбы взрываются. Я даже не знаю, что-то здесь не так, да. О, у меня еще орудие убийства появилось. Так, у меня, кстати, есть очень хитрая ловушка. Знаете, какая? Вот эта. То есть я могу ее поставить, когда чувак на меня побежит. И что-нибудь будет. Прикольное, да. Так, где чуваки? Ага, это сильно зомби. Хорошо. Блин, а где я на чуваки? 5 человек, это же много. Почему? Не видно. Хорошо, я тебя вижу уже. Все. Вижу чувака, я бегу к нему и сейчас буду его троллить. Короче, да, типа да. Окей, да, типа да. Да, да, типа да. Это уже какой-то типа рыбчика. Ой-ой-ой. В смысле, так не делай? Пожалуйста, пацан, не делай так. Не делай так. Ты был. Фух, я чуть не умер от страха. Я думал, все, я потом понял, что у меня эндертоллы есть. А я мог... А я, если он бы меня бы сразу скинул бы, я бы, наверное, умер. Потому что я просто забыл, что у меня эндертоллы есть. О, фрозен лук, его надо остановить. Его надо остановить. О, скорость. Хорошая скорость. Ой, не стреляй, пожалуйста. Ага, у него плохо получается стрелять. Прям как у меня. И давайте... Хитрый такой. Давай, опа! Блях, опять промазан, вы издеваетесь. Пацан, дай мне, пожалуйста, залутать. Опа, невидимость за видео. Так, ну давай, давай, пацан. Опа. Уйди, пожалуйста, не надо. Подожди, мне надо нагрудник там. Вся херня. Спасибо. Так, он более-менее мне дал нормально залутаться. И теперь мы его будем убивать. Что делаешь? Не надо, пожалуйста. Не надо тимиться. Не надо. Это здесь забанят за такое. Меня уже банили. Я, кстати, наверное, теперь понимаю, почему банили, кстати. Наверное, за тим. Хотя нет, я не помню, за что меня банили уже. Я забыл. Как меня забанили, я особо что-то не заходил, не смотрел, типа, за что забанили, поэтому. Надо посмотреть свой ролик. Так, давай. Да бля, да что я такое мазила, а? Ну уйди. Он умер! Это что сейчас было, ребят, вы это видели? Это просто жестяк. Я не знаю, ну просто промолчу. Ну я не знаю, что. Я просто не понимаю, что за дичь здесь происходит, да. Так, ну более-менее вещи у меня есть. Я думаю, пора валить отсюда. Кстати, это что такое? Гарпун. Смотрите, что он умеет, кстати. Если знаешь... А, нет, это не тот. Фрозен. Это не тот лук. Все, сорян, да, я что-то подумал, что это тот лук, но это не тот лук. Давайте мы немного побежимся. Не надо так делать. Пожалуйста. Я чуть не умер. Блин. Так, давайте поднимемся. Сейчас я чувака, думаю, вольну, и мы на этом закончим. Если я вольну, конечно. Да. Так, отлично. Опа, нихера, он жесткий. Он прям жесткий, я вам отвечаю. Так, ну, вы сами все видите. Так, я плюс скорость. Я его хочу в ловушку затроллить, чтобы было поинтереснее, чтобы посмешнее было. Где он? Что? Чё? Ты чё, дурак, что ли, мир? Бляха! Давай, чувак, давай. Давай, давай. Опа, нихера он хитрый. Опа, оп, оп, тихо-тихо, сваливаем сюда. Тихо-тихо, мне надо. Давай. У него хилка. Так, у меня больше нету лука. Не стреляй. Я тебя не собирался стрелять жестким луком. А у меня собирается. Все, его закупорил. Теперь можно подняться спокойненько. Опа! Опа! Ой, поджог. Ничего себе, так не надо. Я же скинул. Скилла не пошла. Нет. Не. Стой. Так не делай, подожди. Мне надо покушать.
Жесткая какая-то жесткая ПВП какой-то. Опа, я в него. Фух, слава богу, можно передохнуть. Это. Вы меня не ешьте, пожалуйста, пацаны. Я не знаю, кто что это. Так. Давай я сделаю скорость этим типа носок, она не входит. Да. Просто тут эффекты, просто их не видно. Да чувак, ты что делаешь с кошкой? Я тебе сейчас. Ну все, тебе жопа. Я сам напросился. Я давно крафтил, если честно. А! Давай! Давай, давай, давай! Давай, все, ребят, это изи. Все, он улетел в Магадан, короче, я затащил. Это было на самом деле очень прикольно, мне понравилось, не знаю, как вам. Но мне кажется, прикольно было. То есть я затащил два раза и один раз проиграл. В принципе, ребята, на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео. И всем спасибо. Пока-пока и удачи. Пока-пока.